отказываться от этой роли. Так потихонечку перевалили в 20 век. И Станиславский поставил «Горе от ума», где в главной роли был Качалов Василий Иванович. Но что погубило МХАТовца? Главную роль вы имеете в виду Фабусова? Чацкого. Чацкого. Чацкого играл. А Фабусова играл сам Станиславский. Что погубило этот спектакль? Или, ну, не погубило, а испортило? То, что МХАТ, он суперреалистический театр. И даже в натурализме его упрекали. Так вот, «Горе от ума», там когда в эту комедию, в этой комедии получается, ну, как сказать, возникает вот этот натурализм, это очень странно. Но столько художественный театр туда вместил натуралистических сцен, там и старый слуга, который сидит, вяжет чулок, которого, в общем, нет в пьесе, и Лиза, которая пытается говорить на опыт, потому что она, значит, деревенская девушка. И вот, а главное, что Чацкий должен был быть только лирическим героем, то есть он только влюбленный в Софью, а вся социальная острота, она как бы отбрасывалась. Считалось, что она сама по себе она возникнет, потому что просто текст обязывает. Вот. Первый раз появился такой лирический Чацкий, влюбленный молодой человек. Это было не очень удачно. Но времена менялись, и формы театра менялись. Вот нужны новые формы нужны. И новые формы появлялись, и появился Мирхольд, который, кстати, был ученик Станиславского и одновременно его враг. И у Мирхольда был свой театр, и он, конечно, время требовало каких-то острых пьес современных, но современных таких пьес подходящих, в общем-то, не было. И поэтому мало было, во всяком случае. И поэтому Мирхольд брал классические пьесы, «Ревизор» Гоголя, вот, «Горе от ума», и ставил их по-своему. То есть для него пьеса была просто материал, основа, сюжет, на котором он строил свой дом, уже свой собственный дом. И он мог менять, он не очень-то относился, он не с пиететом относился к авторам, он их переделывал, переписывал, в общем, получалась совсем другая пьеса. И так и в «Горе от ума». Значит, ну, например, спектакль, мы, конечно, мы не видели этого спектакля, он был в свое время знаменит, кто-то считал, что это великий спектакль, кто-то говорил, что это безобразие полное и так далее. В общем, неизвестно. Сейчас, наверное, этот спектакль был невозможно было бы смотреть. Но тогда этот спектакль был знаменитый. Так начинался он с пролога, который Мирхольд придумал пролог. В прологе пролог изображал загородный кабачок, в котором он собрал всех персонажей «Горе от ума», и те, которые в пьесе есть, и те, о которых просто говорят. Вот все они. И они там развлекались, пили горькую, кто-то там танцевал на столе, кто-то пел шансонетку. В общем, такой разгул и разврат. И была такая мизансцена. Софья сидела на коленях у Молчалина. Вот таким образом отношения Софьи и Молчалина, они совершенно заявлялись совершенно по-другому. И Софья, конечно, ее играла Зинаида Райх, жена Мирхольда. И Софья была, ну вот, как бы Джульетта, которую испортило вот это общество Фамусовых, развратило ее, вот такая была Софья.
А Чацкого играл Эраст Гарин, которого мы помним по «Королику», по «Золушке», там, например, вот этот вот дребезжащий голос знаменитый. Так он в молодости играл Чацкого. Это был первый исполнитель у Мирхольда. Он был решен как декабрист. Он, когда говорил монологи, свои страстные монологи, у него не хватало, как бы не хватало чувств, то есть не хватало, например, его чувств было так много, что они не укладывались в этот монолог, и он садился за рояль и играл бурную музыку. И на сцене стоял белый рояль, и какие-то вздыбленные лестницы, в общем, такой конструктивизм. Он Чацкий разговаривал с залом в своих монологах, и он говорил как современник с современниками. И даже это подчеркивалось костюмом. Иногда он выходил в русской рубашке такой вышитой. Вот. Ну, там было очень много всего придумано. И, ну, спектакль долго не выпускался, потом, наконец, выпустился. Был второй вариант спектакля, через какое-то время, не такой острый, так сказать, поспокойнее. И тогда роль Чацкого играл Михаил Владимирович Царёв, совсем молодой тогда актер. Но это был конец театра. Театр разогнали, Мирхольд оказался на Лубянке, оказался шпионом иностранным, в конце концов его расстреляли, а его жену Зинаиду Райх убили в квартире. И неизвестно кто, так и не найдены были убийцы. В общем, такая история очень трагическая. Вот. А Царёв, театр был, театр разогнали, а Царёв пришел в Малый театр и продолжал играть Чацкого уже в Малом театре. Играл он его, играл, но уже... Последний раз, по-моему, он вышел на сцену в этой роли в 60 лет. Вот. И это было странно так. Когда пожилой Чацкий говорил пожилой Софье, которая играла Лексу, в 17 лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, это вам известно и так далее. Это было очень уже странно и уже не годилось. А потом... Дело в том, что спектакль не живет больше 5 лет, вот, по утверждению Питера Брука, что через каждые 5 лет жизнь меняется, театр меняется, и нужны какие-то новые формы находить. А вот «Горе от ума» в Малом театре какое-то застывшее было произведение. Как, ну, это был такой фирменный знак Малого театра, «Горе от ума». Как в 30-м году поставили еще со Щепкиным, с той поры, ну, менялись, конечно, менялись актеры, менялись костюмы, так «Горе от ума» шло без перерыва. Где-то во время войны только один сезон был пропущен, вообще каждый сезон играли «Горе от ума». Состарился Чацкий, переходил на роль Фамусова. Возникал новый Чацкий, который тоже старился, тоже переходил на роль Фамусова. И это, честно говоря, было такое занудство. И вот у меня есть своя история «Горе от ума». Я первый раз прочитала за комедию, лет 12 мне было. Я влюбилась в эту комедию, как когда-то современники влюблялись. И она как-то сразу легла мне на память, я его специально не учила, но как-то вот до сих пор очень многое помню наизусть. И мне так нравилась эта комедия, и я представляла, что а что со мной будет, когда я увижу на сцене вот Чацкого, Фамусова, Софью, Молчалина, что со мной, какое счастье. И вот нас классом, как сейчас помню, повели в театр на «Горе от ума». Я была вся в трепете.
и в ожидании. И вот раскрылся занавес, и передо мной возникли персонажи. Я смотрю, где-то к концу первого акта я подумала: «Господи, а какая же скучная пьеса! И чего мне там нравилось?» И вот это чувство, что это скучная пьеса, оно долгое время оставалось. И что там можно сказать? Ну, Чацкий, ну, все это со школьных времен, все это навязло в зубах. И особенно и спектакль малого театра, снятый на пленку, и новые постановки, они только усугубляли вот мою тоску по этому делу. И вот в 62-м году, я была на втором курсе, мы услышали, что в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, Товстоногов ставят «Горе от ума». Я очень удивилась.